помните сказку про семь богатырей, царевну, царевич Елисей? Ну вот, школа. По Пушкину. Ну, у нас не получится семь богатырей, но у нас получится три богатыря. Остальные где-то задержались там в полях. Засыпала. Да. Засыпала. Царевной у нас будет Оля. Вот, помните момент, где царевна жила у богатырей в доме, и вот они пришли к ней. Мыть полы. Нет, они пришли к ней и уговаривают ее не покидать их и не уезжать к своему царевичу Елисею, а остаться с ними и выйти замуж за одного из них. И вот мы все богатыри, каждому 5 минут на подготовку, мы думаем, как мы будем ее уговаривать, чтобы она вышла за кого-то из нас замуж и осталась с нами. Вы у кого фора просто уже? Да, но все равно 5 минут. Нужно последний. Все. Кто первый? Ты. У меня есть какая-нибудь позиция? У тебя нет позиции. У тебя, ты любишь царевича Елисея. Ты ему так разбудил меня. Спала спокойно в своем гробу. Пришел разбудить. У тебя позиция автора, который все-таки хочет, чтобы ты к нему вернулась. Что? Я последний. Да, ну ладно. Дорогая царевна. Не покидай нас, не уезжай, пожалуйста, останься с нами и выходи за меня замуж. Вот я такой хороший и прекрасный, у меня есть конь богатырский. Вообще по пунктам, у меня есть конь богатырский. Раз. Настоящий, ух, яблоко. У меня есть меч булатный, два. Он порубает всех врагов. Вообще и твоих, и наших, и всяких колдунов, ведьм, и будет защищать все царство. Меч блатный. У меня есть червички, что носит сама царевна. Специально для тебя добыл. Стоп, они из другой сказки. Я из другой сказки их добыл. Да. Потом, если ты только пожелаешь... Я тебе жемчужник-окошник добуду, красивый, который сверкает на солнце. Ну, я скромный. И потом смотри, какие преимущества. А вот в пятых-то царевич Елисей, он один, а нас-то семеро. Нас больше. Мы это угроза? Нет, это не угроза, это выгода. Мы можем тебя больше защитить, мы можем больше мамонтов в пещеру готовить жрать. И потом их прокормлю. Я могу изловить вот этого колдуна Черномора, и он будет сидеть у тебя вот здесь прямо на цепи и исполнять все твои желания колдовать. Он готовить умеет. Да, он будет колдовать, и у тебя все будет само исполняться. Вот. Ну, что еще можно добавить? А про царевича-то ты не волнуйся. Он не пропадет, с ним все будет хорошо. Он найдет себе другую невесту, и так что ты не переживай, что он останется один, он не останется один. Я вариант Черномора меня очень порадовал. Все. Будешь ли ты за меня замуж? Нет, ты сначала Черномора забудь, а там поговорим. Окей, все хорошо. Дорогая царевна Ольга, оставайся с нами. Не нужен тебе этот Елисей, ты же сама говорила, он тебя разбудил. Мы о тебе ухаживали, ждали просто, пока ты
тихонечко и ходили рядом, ждали, пока ты проснешься. Мы так всегда... Хотела на перевернуть. Мы так и дальше будем посыпать. Мы не будем греметь по утрам посуду. А еще, если ты выйдешь за меня, я подарю тебе скатерть самобранку. Сам последний хотел. Ну, как бы сам последний хотел. Еще у меня есть чудо-башмачки, которые ты ударишь, и они думают тебе полно. Несмотря на то, что мы все семеро натопчем, они все... Ой, фу. Все, не, ну так, конечно, сказала. Ничего, но вариант с Черномором больше простора не дает. Ты прости. Чего? Ты все сказали уже. У тебя шпора. У меня шпора. У меня шпора. Уважаемая царевна, что там тебе этот Черномор? Что тебе это скатит самобранка? У меня есть золотая рыбка. Да. Без проблем. Исполняет. Она быстро заканчивается. Ты пожелаешь джина, и он появится. И там можно тереть. Джина, я сейчас все опасно. Ну скажешь, чтобы вечно был у тебя на посылках рыбки золотые, и он будет. Во-вторых, есть... Чередовать, да? Да. Можно загадать не просто джина, а старика Хоттабыча. Точнее, даже не старика Хоттабыча, а бутылку, и он вечно будет у тебя в неоплатном доме. И тебе не надо будет мыть, убирать. Мы будем с тобой пить чай, вести беседу, общаться. Да, гробу-то скучно было, правда? А царевич Елисей, да пошел он на! Он один, а нас семеро. К тому же я тебе их всех... Я тебе их всех построю, мне даже толкать не будут. Ходить по струнке. Он что, он самый главный, что ли? Богатырик. Убираться. Пятки тебе чесать. Массажи тебе делать, на фитнес тебя отпускать. Фитнес? Да. Царевна. На фитнес пойти. В далекие страны на ковре самолете полети. Так, вот, все хорошо. Все. Да, все отлично. Все, ты представляешь, что я почти вышла, я замуж. Ну, блядь, Черномор, конечно, очень хорош. Нахер ты этот Черномор, старика там не слушай. Вы сначала... Давайте битву экстрасенсов. Кто лучше, старик Хоттабыч или Черномор? Хорошо, ладно. Не, ну очень хороший вариант, да. Прям да. Прям да? Прям да. Осталась ли ты, царевна, с нами? Конечно. Мы победили. Ну, в смысле, я осталась посмотреть, где станут Черномором. Вот этот. Стажировка. Стажировка.